Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И сегодняшняя серия будет у нас, наверное, посвящена ежедневное испытание на ведьму. Да, ребята, я хочу получить себе ведьмочку. Не знаю, получится у нас это или нет. Давайте вначале мы глянем, кого же нам здесь предлагают в качестве врага. И какой к тому же уровень, что немаловажно. Так, ну что такое, что загрузка, елки-палки, давай, не тормоши. Так, ведьма, я понимаю, ребята, это из разряда мага, да? Колдовской час пришел, не подпадают под ее чары. Хорошо, понятно. Значит, ой, елки-палки, ребята, 52 уровень, и вы смотрите, кто у нас здесь. У нас зомби, камикадзе, 52 уровня, не забываем. Также вурдалак, сама ведьма и... служитель тьмы. Ой-ой-ой, как же будет здесь опасно играть. Ребята, делаем для начала, наверное, нашу стандартную комбо, которая будет заключаться из пилорамы. Так, пилорама, это у нас дамаг. Возьмем самурая. Также мы возьмем голема и ниндзю. Вот такой комбой, ребята. Подожди, а я могу еще что ли взять кого-то? Нет, вряд ли. Вот такой комбой я попытаюсь, ребятушки, справиться, хотя я не знаю, что делает у нас ведьма. Ух, была не была. Конечно же, мне хочется выбить, ребята, 22 карточки на нее, хотя бы для того, чтобы она уже появилась у меня. Ну, а дальше можно будет за счет тренировки. Ой-ой-ой, я лопухнулся, ребята, я не взял, оказывается, еще одного героя. Блин, тут можно было так сделать, вы представляете? Ага, вышел зомби. Вышел зомби-камикадзе, ладно, фиг с ним. Взорвался он, так. Попробуем, ребята, попробуем. Как мой... Опс. Ёлки-палки, куда он там побежал, а? Засранец. Ну давай, встретимся с моим големом. Раз такая тема пошла. Так, кто у нас там, ребята? Так, идет зомби. Идет зомби, мне это не нравится. Да ты посмотри, как у него долго действует вот эта вот тюрьма. Всех уничтожил. Ладно. Так, давай, ниндзя моя родная. Черт подери, да что же он там творит-то? Ой-ой-ой-ой. Сможем мы все-таки или нет пробить? Ребят, давайте я еще вот так вот сделаю. Ай, красота. Красота, ребята. И наша первая победа. И, соответственно, мы получаем с вами сундук нежити, в котором будут 22 или 21 карточки вот этой самой ведьмы, за которую, в принципе, я сюда и отправился. 22, отличненько. Ух, наша коллекция, ребятушки, как всегда растет. Давайте, наверное, еще разок попробуем, да? Ну, уже на 11 карточек отправимся. Так, на этот раз я не лопухнусь. Мы берем с вами по фулу. Так, пилорама, самурай, голем, ниндзя. И кого бы мне взять для затравочки? Вот что я сижу и думаю. Оборотня. Да, а почему бы и нет? А, нетушки, ребята, не получается. Все-таки 4 бойца я могу взять. 4, но здесь почему-то 5. Хм, странно, это как все. Ладно, давайте проверим. Ладушки. Так, ну что, ребята, все делаем быстро. Не даем ему ни единого шанса на то, чтобы он расстроился. Будем, как говорится, прожимать по полной программе. Так, поехали. Разыгрывается у нас ведьмочка. Не забываем об этом, ребята, не забываем. Так, вызываем, наверное, голема сейчас, да? Так, нет, здесь я вызову самурая. Пожертвуем, лучше мы самураем с вами. Что за лаги? Что лагает? Почему, а? Не могу понять. Подтормаживало только что, но вроде бы просралась игруля. Так, нет, не надо. Не надо тут буянить, блин, ребят. Ай-яй-яй, уничтожил, да? Ну давай, хорошо, вызовем голема. Вот это было глупо с моей стороны сейчас, ребята, использовать фаербол, когда здесь стоял оборотень. Я просто-напросто впустую потратил свой суперудар. Ёлки-палки, а. Что надо было так лопухнуться. Ребята, но тем не менее, мы разносим замок и... Да, ха-ха. Замечательно. Какой-то замок, кстати, у него довольно ватный и быстро разбирается. Ну что же, победа за нами. Мы получаем 11 или 12 карточек. Сейчас посмотрим. 12 карточек в плюсе нашей ведьмы. Ну что же, у нас еще
есть, ребятушки, попытка последняя. Тут уже будет 6 карточек всего лишь разыгрываться. Но тем не менее, ребятушки, я отправлюсь в путь дорожку, потому что, ну, нужны они, нужны эти карточки, как ни крути. Это, как говорится, наше будущее. Поехали. Да-да, абсолютно та же самая тематика, абсолютно та же самая схема. Будем беспощадно его бомбить. Поехали. Тут самое главное успевать только нажимать на максимальную манну, ребята, от которой у нас, в принципе, все здесь и пляшет. Ну что, кто выйдет там, я уже не помню. Смотри-ка, ага, вот, камикадзе вышел. Давай-ка мы вот сюда отправим пилу. Ну, а следом, конечно же, отправим голема. Будет перепрыгивать, будет перепрыгивать. Так, ну, хорошо, давай вот так, поможем, поможем. О, отличненько, что я могу сказать? Вот, не нравится мне вот эта вот фигня, ребята. Я фаербол приготовил, погнали. Ай, красота. Слушайте, я думаю, шансов вообще ноль у него против меня. И, как говорится, три попытки, и все в кассу. Все попали точно в цель. То есть мы с вами максимально заработали здесь карточки по ведьме. Ну а теперь, раз уж такая песня, я хотел, честно сказать, сделать обзорчик именно, как я буду зарабатывать ведьму. Но раз у нас все так легко и просто получилось, тогда давайте сыграем с вами еще в основную сюжетную линию. Хотя там будет, ой, как сложно мне играть, потому что вы помните, какие против меня тут уровни. 54-53, при том, что я сам 51-го. Да что за фигня-то, что за загрузка вечная? Не знаю, ребята, игра встает в позу, не хочет мне давать нормально поиграть. Все время подвисает, подлагивает. Так, ладно, для начала мы с вами откроем ведьму. Вот она. Ведьма, эпический герой нежить. Понятно. Так, ого, ты смотри, у нее есть способность воскрешать 5%. Нифига себе. Вот это новости у нас. Слушайте, по-моему, до этого никто не мог оживлять бойцов. А ведьма может. Поэтому есть смысл заморочнуться по поводу того, чтобы прокачать эту ведьму. Но это будет очень тяжело. Но мы-то постараемся. Так, что у нас еще? Кто-нибудь может проапаться? У нас много кто может проапаться. И поэтому давайте, ребятушки, мы с вами это сделаем. Так, банши. И, соответственно, нашу базу. Ах, тут еще и вот. Понятно. 29 тысяч у нас остается. Здесь надо кого-то проапать. Я даже не знаю, кого. Кого лучше-то? Давай, наверное, вот так вот сделаем. Все, деньги кончились. Они просто как вода здесь. Так, у нас денег мало. Так что ничего особого мы здесь сделать не сможем. Все, ребята. Ну что же, давайте приступать к самой бойне. Ой, елки-палки, я же вспомнил, да, у нас тут... Где же мы с вами хреновенько прошли-то в прошлый раз? Ага, вот здесь. И все, вспомнил. Привидение и летучая мышь. Враги детства, елки-палки. По-другому их не назовешь. Ладно, будем с вами пробовать, наверное, вот этой бригадочкой проходить. Хотя здесь некро, но в любом случае надо именно этой компашкой. Поехали. Ёлки-палки, будут они неладные. Самое нервирующее здесь, ребята, это привидение, которое летает и мешается нам. Причем довольно сильно. Ладно, голем уже у меня пошел. Вызываем. Опа, опа, опачки. Да ладно, блин, да началось. Ё-моёшечки. Ну, давай, 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 давай. Ну, ниндзя, ё-моё. Да чтоб их разорвало всех на тысячу кусочков, ребят. Да пошли они все вот так вот. Ух, давай, 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 давай. Пилим, пилим, да что такое, что с ниндзя случилось? Почему ниндзя у меня упала, я не понял. Так. Давай, ниндзя. Ай, и тут же тоже упало, ребята. Ёпарасете, а. Короче, вызываем оборотня. Вызываем пилу. Так, оборотень перепрыгивает, это понятно. Давай вот так вот. Некро завалили. Так, давайте фаербольчиком бомбанем. Вот так, отлично. Так, поехали. У нас, ребята, есть все шансы на победу здесь. Абсолютно все шансы. Да ёпарасете. Так, где у меня фаербол по откату? Я не вижу, блин.
Не вижу, ребята, чтобы он откатился. Ёпарасоте. Так, ладно. Сейчас бомбану, ребят. Вот, ей-богу говорю, сейчас кину фаербол. Ну, а и он продвигается ко мне сюда. Нет смысла сейчас в данный момент бросать. Нету. Пока... Вот теперь, по-моему, пора. Опа! И добивочный. Да что ты, блин? Блин! Он мне все карты спутал. Ребят, ну вы посмотрите, а что творится здесь, а? Ёлки-ты палки. Вот тебе и нежданчик. Сейчас опять кого-нибудь вызовет. Это будет летучая мышь, стопудово, или нет? Нет, это некро. Так. Голем, ну давай ты пару ударов хороших-то. Нифига. Не получилось, ребят, ну... Твою дивизию, а что ж такое-то? Все это вот летучая мышь, ребята. Поверьте мне, все из-за нее. Давай вот так вот ускоримся. Есть! Вы видели? На последних секундах, буквально там 3 секунды оставалось, и я все-таки разнес в хлам базу. Так, ну а теперь самое сложное и самое интересное, ребята. Здесь у нас... Ой-ой-ой-ой-ой. Некро, летучая мышь, служитель тьмы. В общем, все лучшие отбросы унижите. Поэтому поехали вперед из песни. Так, квест завершен. Тактика, это все ерунда. Так, будем также, ребята, с вами брать на опережение. Не забываем, что здесь у нас боссы есть. И он не упустит своего момента, ребята. Вызвать, блин, вызвать босса, ребята. Вот как меня нервирует эта бабочка хренова, а? Да чтоб ее. Не могу прям, раздражать, сил нету. Ладно, попробуем как-нибудь, ребят, справиться здесь. Получится, не получится, не знаю. Так, хорошо. Оборотень перепрыгивает. Сейчас мою ниндзю, да, с удара просто нахлобучили. Да, он вызывает, вызывает постоянно своих этих вонючих големов, ребята. Ой, служитель тьмы упал. Упал служитель тьмы, ладно, это хорошо. Я еще вызываю, ребята, оборотня. Нужно, блин, мне уже деда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет, как же так? Давай-ка вот так попробуем, ребята. Оп, оглушили. Оглушили же? Оглушили, ребята. Так. Мой оборотень, смотрите, бомбит. Бомбит по базе. Но недолго, недолго. Так, вот и дедушка мой появился. Фух, будем надеяться, что сейчас у нас все здесь хорошо пройдет. Ну, есть! Вот это я понимаю, ребята. Вот это я понимаю, сыграли мы. Но расслабляться-то еще рано. Давайте давить. Давить массой, ребята. Ух, классно, классно. Ну, фаербол. Есть! И я думаю, что хана базе, ребята, вражеской. Фух. Аж немножко припотел я. Да. Была такая схватка довольно крутая, ребята. Ну, а дальше будет просто ад. Потому что, помните, да, 53 уровень против нас. Мы с вами 51-го. Выбираем с вами, пожалуй, вот этот коллектив или же нет. Или же вот этот взять. Слушайте, я думаю, что вот этим надо здесь рулить. Поехали. Ёлки-палки, ну неплохо, неплохо все-таки было у нас здесь. Поехали, ребятушки. Так. Кого будем вызывать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это не сгодится, ребят. Ну никак не сгодится. Бум. С удара, молодцы. Так, это у нас толкатели. Как они меня бесят. Хотя они сами, ребята, толкаются. Блин, ну вот эти вот щитоносцы, ну какие же они гады крепкие-то здесь, а? Ты смотри, что они сделали. Они просто взяли и боевую жабу мою уничтожили. А мы вот так вот сделаем. Хе-хе-хе-хе. Да? Взгрустнулось вам вдруг? Давайте еще вызовем, ребята, лучников. Вот если циркулярка погибнет и выпустит свою пилу. Опа! Это что сейчас было? Что за супер-пупер турбобластер? Я не понял. А? Ты не припухли, блин? Роднули. Циркулярка опасна тем, что она может при смерти выпустить свою пилу, как говорится, в дальний путь. И она всех практически на своем пути будет уничтожать. Такой, знаете, предсмертный крик. Ёпарасоте, как так-то? Да что за фигня? Мы не можем этих гомяков пробить. Вы представляете, ребят? Просто не можем. Вот один щитоносец стоит и просто обороняется, как я не знаю кто.
Жесть какая-то. А дальше что будет? Я же говорю, ребята, давят нас уровнем. На 3 уровня преимущество у него. Вот, вот, вот о чем я вам говорил. Выпустил, называется, свою пилу на дорожку. Мы базу будем бомбить-то сегодня или что? Вот, только сейчас мы, ребят, да, начали бомбить, называется. Я не успеваю, ребята, расстроить свои войска. Не успеваю. Времени 37 секунд. 37 секунд и... Да ёпрсте, ты смотри, а, он достанет вот так, если будет постоянно при смерти своей выпускать циркуляру. Ой-ой-ой-ой, 22 секунды, ребята. Кисло, очень кисло. Сдохнет и гад. Ну, бомбим базу, ребята, есть. Ух, вырвал, вырвал. Так, ну что же, у нас с вами третий этап. Третий этапчик. Ну и давайте, ребятушки, приступать. Так, бомбер здесь у нас, да? Бомбер, бомбер. Это, в принципе, ничего вот тут сложного нету. Единственное, что бомбер 4-звездочный, соответственно, у него очень будет такой существенный дамаг по моим юнитам. Опять же, тут щитоносец. Хорошо, будем пытаться. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, нет, пока не будем вызывать. Смотри, он затихарился почему-то. А в чем проблема? Ах, вы решил с бомбера начать. Ладно, пускай будет так. Все, пока... Ой, зачем я лучницу вызвал? Я же прекрасно, блин, понимаю, ребят, что лучницу снесут сразу же. Так. Бум, отлично. Погнали. Так, десница короля, квест завершен. Ладно, пускай будет так. Да, моя лучница здесь просто откуривает потихоньку, потому что она не наносит столько дамага, чтобы уничтожить вражеский бомбер. Посмотрите. Ее сносят легко, а она, к сожалению, не справляется. А мы вот тут вот проигрываем с вами. Так, 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 ну предположим, да? Щитоносец, однако, очень-очень, ребята, крепкий юнит. Я в этом еще раз убеждаюсь, потому что, ну, никак нам его не пробить. Мы его пробиваем еле-еле. Ой-ой-ой-ой, ты посмотри, какой тут... Нет, тут, походу, нам нужно что-то менять. Черт подери, даже этого не успевает. Плохо. Плохо здесь все. Отвратительно, я бы даже сказал. Да ты достал бомбер-то через каждые 3 секунды-то вызывать. Что за дела-то, я не могу понять. Гад этот, блин. Он достал на самом деле. Он просто через каждые 3 секунды его вызывает. Дай манны мне, блин. Я вызываю всех, кто у меня, ребята, здесь есть. Ну, смотрите, он без конца его вызывает, а. Достал тут хмырь уже. Так, ну что, 19 секунд. За 19 секунд, ребята, нам не справиться. Как бы мы этого не хотели, не получится просто-напросто. Все вот эти вот щитоносцы, гаденыши. Ну и бомбер, естественно, который бомбит прям именно туда, куда нужно. Давай, взрывайся. Отлично, зомби взорвался удачненько на этот раз. Так. Они еще и оглушают, тут же и замораживают. Что только они делают, а, враги. С нами. Так, 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 так. Боевую жабу вызываю, ребята. Вызываю также камикадзе. Ну, здесь может быть... Да, может быть, конечно. Хотел сказать, может быть, мы здесь все-таки с вами выиграем. Уровень-то этот мы, скорее всего, пройдем. Но проблема в том, что... Уже без бонуса. Да, уже без бонуса, ребята. Потому что по времени мы не уложились с вами. Ну и как видите, как только я вызвал свою богиню света, сразу он перестал кого-то вызывать. Как будто вот специально все здесь было так сделано. Ой, ребята, очень сложно, очень сложно. А еще не хватало нам до этой кучи хилбота. Вы представляете, что вообще сейчас тут будет твориться с хилботом-то? Ёпрасете.
Я и так-то еле могу разбить этого щитоносца 55 уровня. Ёпарасоте, ребята. Блин, вот это жесть. Вот это жесть. Я уже взгрустнул, если честно. Уже заранее. Ладно, буду пытаться выживать в таких вот суровых условиях. Так, давай вызовем голема. Ага, о, и у него здесь циркулярочка есть. А вот это плохо, ребята, это плохо. И вот циркулярка мощна. Так, хилбот идет, да? Будет сейчас хилять. Нет, не будет он нифига хилять, потому что не успеет элементарно. Так, а мы с вами, ребята, вызываем оборотня. Оборотень будет как раз уничтожать дальние цели. И это просто смаг будет. Ты видел, что он сейчас сделал? Вот так вот, ребятушки, просто пальнул. И все, кто у меня сзади был, это, знаете, наподобие удара от хилбота. Да что ты будешь делать? Ты посмотри, как легко и просто уничтожает всех моих юнитов. Да ладно. Да, ребята, легко и просто. Вот это вот нежданчик для меня, если честно. Что ты разогнался? Куда ты разогнался, придурок? На, блин, получил. Оу, циркуляра поехала и за собой убрала всех практически. Так, ладно. Мне нужно здесь, ребята, много-много энергии. Мне нужен оборотень. Так, оборотень у меня будет как раз сейчас брать задние, как говорится, его юниты. Вот так вот. И, соответственно, будем тут разбирать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то фокус у меня не получился, ребята, не получился. Да как они ускоряются-то, я не понимаю, что за фигня. Так, ну-ка давай. Блин. Да не то надо было мне все, вообще не то. Слушайте, я не могу справиться, ребят, смотрите, хилбот лечит. Я даже не отнимаю урона у вражины. Так, если оборотни здесь не поможет, то все. Ну, давай. Так, 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 ага. Ой-ой-ой, ребята, мы слабенькие здесь. Очень слабенькие. Ты посмотри, два хилбота. Два хилбота, это жопа. Ну, ух, так вот. Сейчас вот было замечательно, ребят. Причем у него юниты эти довольно дешевые, ребята. И он их может просто, смотрите, за доли секунды расплодил опять. Опять всех. Вот о чем я вам и говорил. Так, ну давай ты, оборотень, ё-моё. Все, опять мы с вами по времени не уложились. Да я, в принципе, что-то, честно говоря, этому и не удивлен. Я был бы удивлен, если бы мы уложились бы с вами. А так, это норма, ребят, это норма. Для 55 уровня, да? И у нас 51, это нормально. Кое-как, ёпарсете, а. Это ж, что ж творится-то здесь, а? А тут, вы представляете, вот эту вот чувачку, вот этого чувачка, точнее, ядерный робот. Я его просто не смогу, наверное, даже расколбасить на 55 уровне, и он успеет взорваться. Блин, жесть какая-то. Поехали. Потратим свою последнюю энергию. Как говорится, скинем с себя пару скверных слов. Но попробуем. Так, надо копить, ребята, здесь энергию. Обязательно. Блин, он хилбот отправляет. Он отправляет обязательно щитоносца с хилботом. Он знает, что делать, ребята. Он знает, для чего это все ему нужно. Так, пошли вон. О! Слушайте, мы неплохо ему сейчас карты-то подпортили, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри-ка, что у нас тут происходит. Давай, давай, дед, выходи. Выходи, дедуля мой родной. Возможно, здесь мы пройдем с тобой красиво. Возможно. Ой, вышел. Вышел, блин, ребята. Или мы, или он. Да давай ты, блин. Базу бомбим, блин, базу. Ой, как больно сейчас будет. Ну-ну-ну, удар, удар, есть. Есть, ребята. Фух, вот согласитесь, это было эпично. Причем чистенько прошли. Так, давайте заберем сундук робота. Ну, кисло. Так, 9 щитоносцев и 9 хилботов. 6500 голды. О, забираем, ребята, карты. Так, я думаю, что нам
нету смысла сейчас идти в портал, потому что, боюсь, не справимся. Нам надо здесь вот все-таки добить вот эти вот уровни, а уже потом можно будет отправляться. Но как это сделать, я пока ума не приложу. Здесь у нас, как видите, закончились энергия, по крайней мере. С этими говнюками вот этот отряд вряд ли справится. Можно попробовать вот этим отрядом, но здесь, вы знаете, у меня дорогая рука, бородавочник, паладин, банши, даже не знаю, ребята. Как и быть, я, конечно, могу попробовать еще разочек вот сыграть. Здесь вот зомби-взрывник, он здесь не в тему, потому что он легкий. В плане, его чуть-чуть коснись, и он взрывается. Ну ладно, попробуем. Все равно энергия у нас есть, жалко, как говорится, закругляться с таким количеством маны. Будем пытаться. Главное, слушайте, а если мы сейчас сделаем, вызовем нашу богиню света, ну как-нибудь умудримся вызвать ее, было бы очень хорошо, кстати. Да, было бы очень замечательно, ребят, если бы у нас это дело получилось. А я попробую сейчас накопить. Я попробую, ребят, накопить. Вот она, богинюшка вышла. Здесь мы, естественно, сделаем легкую зачистку. Поехали. Так, бомбера нужно сносить, ребята, бомбера. А он не так легко сносится. Вот так-то, ребятушки. Так, ладно, пытаемся с вами что-то здесь сделать, как-то выжить. Да ты достал, бомбермен, а? Да чтоб его. Слушайте, ну заваруха здесь не кислая, просто не кислая. Смотрите, что тут происходит. Если что, я вот так вот сделаю. Ага. Так, ну. Блин, богиня света получает урон, и причем довольно хороший. Мне нужно, чтобы она выжила. Это в обязательном порядке. Так, 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 давай, давай, жарь, жарь. Уничтожаем этого бомбера. Блин, совсем мало здоровья осталось, ребята, у моей богини света. Очень мало. Ионный вот этот вот луч поражающий просто колоссален. Она пробивает практически всех, ребята, врагов, которые попадают под него. И это большой плюс для нас. Есть! Да, ребята, все-таки у меня получилось. И, конечно же, благодаря богине света. Без нее ничего бы у меня не вышло. Ну что, мы, наверное... Блин, здесь хилбот. Как же я ненавижу тебя, хилбот, а? Но зато бомбера нету. Ну что же, попытка не пытка, будем пытаться. Будем пытаться, ребята. Так, погнали. Главное взять преимущество. Значит, у него хилбот. Щитоносец. Вот щитоносец под прикрытием хилбота. Это такая, знаете, имба получается. Оу, даже вот так вот. Даже так имбово, ребята. Потому что циркуляра может здесь тоже наделать дело. Вы это знаете не хуже меня. Так, 500 я набрал, ребята. Теперь нам нужно, естественно, как можно быстрее вызвать богиню света. Давай вот так вот поможем нашим солдатикам. Ага, хорошо. Куда это он там побежал? Все, ребят, богиня света, как видим, у меня вышла. И теперь будем... Короче, здесь надо спамить, держать, чтобы богиня света прожигала их всех. Нам нужно добраться до хилбота. Когда мы их уничтожим, соответственно, все будет у нас здесь хорошо. Давайте выправим зомби, камикадзе. Так, вот так поможем еще нашим ребятам. Ай, вот это красота, ребята. По красоте идем, кстати. Если не верите, посмотрите сами. Раскройте глаза, и вы увидите, что это идеальная, ребята, тактика. Просто идеальная. Ты посмотри, мне еще просто фартит. Мне выпадает заморозка, которая очень хорошо помогает. В общем, игра здесь на моей стороне, ребята. Плюс торнадо. Ай-яй-яй-яй-яй. Четко все... подожди, манна, иди сюда. Все у нас идет замечательно. Вот так вот я помогаю своим солдатам. И отправляем в бой, да, боевуху. Боевуху вместе с самураем. Слушайте, нету шансов у врага. Даже успеем с вами по времени уложиться, потому что еще 40 секунд у нас в запасе. Плюс я деньги собираю. И мы уже начинаем бомбить, ребятушки, базу. Понимаете, базу.
Ой-ой-ой-ой, нет, родные, нет, не надо вот так, как же так? Вы посмотрите, как в одну секунду, ребята, циркулярка сделала, ну, просто супер свой удар, от которого погибли практически все мои юниты. И у нас с вами 14 секунд, а он плодит и плодит своих этих роботов. И, как видите, у нас очень плохо получается пробить. Очень плохо, ребята, ну... Да что ж ты будешь делать-то, ёпрасоте. У меня... Да, все, мы, ребята, по времени не уложили. Ты посмотри, а. Я уже думал, все, победа у нас в руках. Думал, богиня света дожарит. Нет, вонючий циркулярчик выпустил свою пилу, которая просто-напросто уничтожила мою богиню. Ёпрасоте, а. Вот это я дорадовался. Да ты посмотри, как он их штампует. Он просто их печатает, как на печатном станке. За доли секунды, ребят. Я даже не могу так выкладывать юнитов, как он там их штампует. Чё за херня, чё за бред, блин. Причем у меня была заморозка, у меня было торнадо. Все было на моей стороне, блин. И нифига, блин. Знаете, вот как вот в позу встала игра и сказала: ага, хрен тебе, не пройдешь, говнюк ты такой. И вот всяческими путями пытается мне противостоять. Фу, я даже, я не знаю, я уже... Меня всего трясет, ребят, просто от негодования. Ведь так все хорошо было. Богиня шла, все, у нее мощная атака. Как они могли там выжить, я не понимаю, ребят. Фу, зомби, что? Может быть, поменять нам зомбаря этого камикадзе? Он все равно здесь ватный, ребята. Его роняет просто с полтыка. А на кого менять? У нас нету достойных, так сказать. Хотя, секунду, подождите, ребята. Так, давай мы здесь вот сделаем запрос. О, здесь запросик. Сейчас мы посмотрим кое-что. Так, где, как? Вот так, да? Убираем отсюда, предположим, мы зомби. И смотрим, 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 кого мы можем здесь с вами обнаружить. Кого, кого? Да, в принципе, никого, ребята. Тигра. Мне советовали взять тигра к себе в пати. Но думаю, только не в этом. Не в этом уровне, ребята. Здесь от него толк никакого не будет. Мышь летучая хороша, да, я не спорю. Но у нее две звезды, она слабенькая по дамагу. У меня, может быть, мага воина прапать. Ну-ка. Блин, получить золото. Слушайте, ну я почему-то думаю, что на 3 звезды, хоть она и 45 уровня, она будет, ну, больше наносить дамага и больше приносить пользы нам, чем тот же самый зомби. Кстати, сколько она по мане стоит? Что-то не вижу я. Ладно, давайте попробуем, попробуем. У нас последняя, ребят, с вами попытка. Как говорится, вырвать победу. Получится, нет, уже не знаю. Я уже даже ничего не буду загадывать. И раньше времени я радоваться тоже не буду, потому что... Ну, взгрустнулось мне почему-то, ребят. Вот на самом деле, вот все было в руках у меня. Вот все, вот она победа. Как говорится, бери и наслаждайся. Нет же, нет же. Циркуляра падает. И вы сами прекрасно видели, что там произошло дальше. Блин, меня прям вот коребит и все. И хоть ты что тут делай. Ну ладно, ладно, начинается. Че так сразу наплыв-то? Эй, хорош, успокойтесь. Короче, нужна богиня. Богиня нужна как можно быстрее. Да как... А, ладно, давай вот так вот поможем. Давай поможем вот так вот своим ребятам. И теперь будем уже ждать нашу богиню света, ребята. О, даже заморозка, ребята. Заморозка, это хорошо. Ой, и торнадо. Опачки. Что-то мне это напоминает, ребят. Когда-то я уже это видел. Такое... Не-не-не-не, не надо. Не надо только вот падать. Фух. Я просто смотрю, когда циркулярка выходит. И молюсь, чтобы он просто... При своей смерти. Вот, сейчас, вы видели, а? Он опять отправил. Он опять отправил свою пилу. Ай, блин, не могу. Да ты посмотри, что тут происходит, а? Ты просто посмотри, что тут происходит. Моя богиня жарит просто отряды. Так, дай-ка я вот так вот сделаю. Есть, есть, хорошо. Держимся, ребята. Циркуляр, уйди отсюда. Не надо, блин, нервируешь ты меня. Да чтоб тебя, давай вот так вот, ребят, помогаем, помогаем нашим ребятам. Ну, базу, 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 есть!
Есть, ребята! Вот она! Вот она, Славка, победа! Вот теперь я могу радоваться, смеяться в лицо своему врагу, потому что я его одолел в честном, ребята, бою. В честном. Ух, ёпарасоте. 12 терракотовых воинов мы получаем. Вот теперь можно со спокойной душой и с чистой совестью нырять в следующий телепорт, ребята. И охеревать от того, что нас там будет ждать. Так. Да, начинается все так спокойненько, легко, да. Как говорится, безмятежно. Ну, давайте глянем, что нас будет ожидать. 50-е уровни. Это боевая жаба плюс пришелец. С ними, конечно же, мы сможем легко справиться. Но будем играть мы уже с вами в следующей серии. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. И до новых, ребята, видосиков. Get it together and bring it back to me.